Всем привет! Сегодня я хочу вам рассказать о пряже пехорка жемчужная. Пряжа, естественно, для ручного вязания и пряжа летняя, потому что состав здесь хлопок и вискоза 50 на 50. Кто не знает, вискоза – это дерево. То есть такой очень интересный состав. А жемчужная она, потому что, ну, оттенок, посмотрите, здесь очень хорошо передает у меня сейчас свет, потому что у нас пасмурно, свет хороший, солнышко не светит, тени лишние никакие не дает, поэтому цвет точно такой же, как сейчас у вас на экране. Сейчас немножко о характеристиках, давайте посмотрим. 425 метров в 100 граммах, ну, видите, здесь может быть небольшая разбежка. Рекомендации от производителя: спицы номер 2, крючок от двойки до четверки. Спицами я не вяжу, не могу вам сказать, но про крючок сейчас расскажу. Связала я 3 вот таких образца. Сразу расскажу про эти 2. Один из них прошедший ВТО, второй нет. Связаны они столбиками без накида, обыкновенным полотном за обе дужки. Здесь у меня 20 петель и 28 рядов. Вот этот образец у меня постиран, вот этот образец нет. Сейчас наложением я вам покажу разницу. Потом расскажу в цифрах. Видите, он немножечко стянулся. То есть, если говорить о параметрах, то до того, как я постирала, в 10 сантиметрах было 24 петли. После того, как он у меня высох, 23 петли. То есть одна петля уехала, он немножечко сжался. Говоря про ряды, смотрите, осталось то же самое. Ничего не поменялось. То есть образец практически не дает усадки, она минимальна. Я думаю, что это хороший знак. В работе пряжа приятная. Я вязала вот это крючком номер 3. Конечно, тонковато, но зато полотно получается такое, видите, такое хорошее, струящееся. Я думаю, что в изделии оно будет выглядеть очень-очень хорошо. Еще для примера я связала образец крючком номер 2. Здесь я выбрала не столбики без накида, а здесь я вязала полустолбиками с накидом. Посмотрите, своеобразные их косички, вот отличительная черта этого узора. И вот этот образец уже постиран, и здесь произошло то же самое. После ВТО на одну петлю образец сжался. Но полотно получилось более такое плотное, без просветов уже, без никаких. Вот, и выбирая в работу эту пряжу, обязательно вяжите образцы и смотрите, какой узор вам больше подойдет. В 2 нити можно его вязать. Я попробовала вязать 2 нити, но мне это сейчас не нужно, поэтому я отвязала несколько образцов в одну нить. И именно для лета, я думаю, получится замечательное изделие, дышащее, прохладное, потому что пряжу берешь в руку, и она чувствуется прохлада. Думаю, что могу смело советовать вам вязать из этой пряжи летние топы, может быть, какие-то ромперы, шортики, то есть летние изделия. Для головных уборов, сумок она не подойдет. А для вещей, я думаю, вполне. Пока что я довольна.